эти долбоёмы нам что-то там про правила в деревне загоняли, прикиньте, нам. Да. Ты говоришь, не вояки, только они на такую херню способны. Блять, ну тут теоретически могут быть какие-то наемники тут? Откуда ты о наемниках-то знаешь? Да я не знаю, я просто думаю, ну не могут тут быть еще какие-то типы, которые просто за ОС-то приехали хуярить? Не, бля, ну хуярили это пацана того просто так вообще по беспределу. Я нихуя за наемников не говорю, просто, ну блять. Может, бандиты? По работе какой-то приехали пассажиры. Жестко они как-то пиздели. Слушай, это как там пройдут? Хер знает, может это сталкера, беспредельщики. Пойду посмотрю. Да что зажали-то того чувака? Да вообще не знаю. Я тоже пытался узнать, так и нихера, короче. Мужики, а за что зажали-то эти вояки в нашего? Не знаю. Я просто услышал, что он чувак какой-то в маске прибежал, начал пацаны, орать пацаны, наших пацаны, зажимать. Пацаны. Чё? Они в этом доме. В каком? Вот в этом. Там последнее окно. Последнее окно. Они там стоят. Были, они там были ночью. Смотри, смотри. Где кто сидел? Где кто сидел? Ебать. Ебать, ебать. Они здесь. Да. Где? Вот тут, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Товарищи военные, добрый день. А что вы тут засели? Делаете? Доброе утро. Вы это только эту сверху и не стреляйте, хорошо? Один на выход. Да не будем. Один на выход прошел. На выходе цепляйте того, товарищ. Вы нашли. Вот. Это? Вы куда? Добрый день. Слышишь? Успокоился нахуй. И не пизди мне здесь. Ты куда пошел? Кто вернулся с ним? Ебать, не стреляйте. Чё а делаешь? Только ответный огонь надо вести. В дом зайди. Бался отсюда, тебя говорю. В смысле? Ты, дурак, ты чё, офигел? Чё, ты в меньшинстве. 8-8. Какой 8-8? Иди давай, засуньте в жопу. Код какой-то передал. Блядь, пиздец. А чё случилось? Я вроде нормально. Кто его бахнул? Слышишь? Алло. Что? Адреналин нужен, нет? Да я ему, блядь, по ебальничку проехал. Ну что, граждане? Мы разговаривать будем или вы дальше? Поздно по мирному, там один лёг. Не выходи, блядь, не выходи. Иди к своим. Уже одного положили. А, с ним это, можешь потянуть. Уйди! Чепуха, блядь. Какая чепуха, дебил? Вы вояки, чё это вообще забыли? О, вояки тут. Мне нужен. Еба. Ну шо, чепуха, нахуй, да пизделся, лежи отдыхай. Пусть поспит немного. Так, да, меня посмотреть. Тоже что-то закружило. Пора лучше. Бля, братан, ты себя там, наверное, прикладом рикошетом бахнул в челюсть. Нормально, нормально, все. В смысле из деревни выходите? Никуда вы не выходите. В смысле, блядь, ты нам что, запрещаешь? Да. А кто вас сюда впускал вообще? Что вы здесь забыли? Ты словно. Ситуация, вы не знаете, во-первых. Во-вторых, вы находитесь так же, как и мы в гостях, блядь. В гостевом доме, блядь. Блядь, правила нужно всем, блядь. По крайней какие мере, какие правила? Ситуация, нахуй. Я тебе сказал, что к вас, блядь, Аксопа приедет на бэхе, блядь. Рассказать вас за всех, нахуй. И что они сделали? И чё, давайте. Смысле, давайте, я давайте. Я нас тут гостяк, много. Иди гости, блядь. Иди гости. Сука. Я не ты понял. Да не надо, не надо. В смысле, и шо мы после этой всей хуйни так отпустим? Ну шо ты допизделся, блядь?
Опять упал, что ли? Споткнулся. 8-8, блядь, стоите нам. Какой 8-8? Мужики, блядь, остальные на прицеле. Ебашим, ебашим. Чё, всё, ебать? Давайте, давайте, добиваем их. Лезь уже вы, на. Не лезь, не лезь. Я ебу. Ты живой. А что вы стрелять начали? Какой код 88 вообще? Свободен, иди гуляй дальше. Что свободен? Ты опять бакуешь? Ты не проучила ни хера. Мысли дальше. Я понимаю, вам было мало убийств или что? Свободно, идите дальше. Таких убийств мало. А чем вы? Вам первым не стреляли, вас бы в комнате бы положили, как петушков. Слышишь, петушок? Чем вы? Вас первые начали стрелять. Начнем с этого. Чего вы тут забыли-то? Скажи хоть. Кто начал? Ты тебе сказали, код 88. Все, идите гуляйте дальше, сталкерочки. Бля, дайте ему кто-нибудь по голове. Не понимаю, у вас проблемы какие-то или чешу? Руки подними. Вам было мало? Свободно, идите. Руки подними вверх. Бля. Куяль, я должен руки поднять. Ты за базар не вывозишь, потому что. За какой базар? Ты что ты стреляешь, что ты волынь? Ты блатной или чешу? В смысле? Он один из нас. Походу это, походу где-то прикрывает его. Что он опять такой? Сталкерочек свободен, иди гуляй. Все, свободно, все, разошлись. Кто разошлись? Че волыну на меня тычешь, блядь, убери волыну. Ты бычишь, стоишь, слышишь? С тобой нормально общаются. Тебе говорят, причина стрельбы в чем была. Ваши первые стрелять начали. Слышишь? Не надо рассказывать код 88, братишка. Я сейчас тоже скажу, тебя завалят. Понимаешь? Что мы не понимаем? За дебилов нас держишь или что? Ой, блядь, что вам надо вообще? Откуда я не знаю, что происходит. В смысле, иди, ты тупой, что ли? Вы пришли на деревню, сталкеры обработали, еще и трупов кучу понаделали. Ты говоришь, блядь, не иди. Это ты сталкера, сейчас никуда не придешь. Вопросов не было к нам. В смысле, не было вопросов? Ты дурак, что ли? Я не понимаю тебя, блядь. Ты глупый, что ли? Сталкера, он тебя сфотографировать глаз, решил. Ты начал его бить. Ты спроси сталкера, которого нахуй сейчас... Блять, мы с ним разговаривали, ты у него поговори с ним. Какая разница, тебе трупы ничего не... Ты шо глупый, вон трупы лежат, блять, наших братьев, ты нормальный вообще? Руки за голову поставят. Какие руки, блять? Вы, блять, правила нахуй, знаете вообще деревни или нет? Стволы уберите. В смысле правила деревни? Стволы, блять, алло. Все, что было на деревне, уже было разрешено, по-моему, нет? Вон трупы лежат неразрешенные. Ты, вы первые стрельбу открыли. Ты шо вообще неадекватен? Блять, я глупый что ли, или он не понимает? Нет, тот уснул сразу, походу. Я не понимаю, у тебя что? Рацию не трогай. Мысли, да что ты мне сделаешь? Запрещаешь мне что ли? Запрещаю, есть, короче, да. Один вариант. Хера, что это твои жизни деньги на себя. Не, мужики, давайте уже хватит трупов на сегодня. Слышишь, ты быковать перестань, понял? Как возмещать будете ущерб? Какой ущерб, блядь? Вы первые нас без вас. Не моя это проблема, блядь. У тебя камера есть? Конечно есть. Говорит. Конечно есть. А? А шо... Я не знаю, это, наверное, ну, тоже стрельбой. Писали, нет? Может быть. Пожалуйста. Это, наверное, да. Все опять стрельбой. Он что-то по рации говорит, наверное, сюда. Ебать, я ж говорю. Ебать, ебаный рот. Беги, ебать. Блять, там в кустах. В кустах, ебать. В укрытие, нахуй. В укрытие, блять, в укрытие все, нахуй. Давай уходим на... Через бункер. Ёб твою мать.
Пиздец, что творится, ёпты. Валим отсюда нахуй. Я с тобой, не против, да? Давай, давай, двигай. Пиздец. Ёпты.